Казахские семьи. Там, получается, есть Даниэль Киракосян и Михаил Киракосян. Там есть Михаил Скоков и Иван Скоков. И есть Марк Григорьев и командой. Что по Джексон стоит? Егор Калунский, Арсен Мелкумян, Артур Мелкумян, Матвей Первачев, Евгений Щуров, Владислав Горбуленко, Сергей Беленький. Угу. Это мячом. Скоков. Так, какой из Скоковых? У нас тут очень много братьев. Поиграть с другим игрокам. Так, мы, наверное, вышел бы Даниэль, но пока что он сидит в скамейке. Ух! Чуть не перехватил мяч. Все-таки есть перехват, хорошая защита. Вот это то, что нужно. Горбуленко оставили ему мяч просто, да, чтобы хоть что-то придумал. Он как мог бросил, не забил. Быстрым отрыве Скоков, Иван. Заносит легко 2 очка, Иван. С хорошим дриблингом. Пока что Марк Григорьев с мячом. Пытается раскачать Чурова. Не такая уж простая задача. Скидывает дальше на Ивана Скокова. Скоков. Кому, конечно. Передаю привет маме. Михаил Скоков передал привет маме. Ну, я обычно бабушка. Не забивает трешку Марк Григорьев. Подбой как раз за Каплановым. Григорьев. Скидка дальше на 21-го. Секирин 3. О-о-о! Скоков. То есть Михаил Скоков передавал привет. Третий номер Иван, 15-й Михаил. Мелкумян. Григорьев. Лезть под кольцо. Марк. По-прежнему. Первачев. Не забивает Матвей с передачи Беленького. Быстрый отрыв. Киракосян. Не знаю, сможет ли Джексон Стейт удержать такой напор соперника. Плюс 10 уже в пользу. Партнерам не дает передачу. Жадничает. Первачев с мячом. Первачев включил сейчас свою воскресенскую. Теперь штрафной Владислав. О, добрый вечер! Разыгрывает. Передача на Михаила Скокова. Михаил трешку бросает. Не забивает Рискоков. Сам подобрал. Удачно полез он под кольцо. Выловил мяч. И добавляет 2 очка. Играет через Мелкумяна. Выходит Арсен. То есть у нас 2 Мелкумяна на паркете. Сейчас мячом Артур. Артур! Готовится выйти на замену Михаил Каркасян. Но пока что не вы, потому что мяч в игре. Марк Григорий. Сейчас включается прессик. Ну, мужик. О, добрый вечер, беленький. Как беленький не забил крытый лайап? Загадка просто. 6, 5, 2, 1. О, движение вверх! Движение вверх! Сборная России! Григорьев. Марк. Там Секирин один. Скидывает дальше на Скокова. Мак Михаил делает на регулярной основе Первачев. Ох, вот они, как они хаслят в защите. Давай, Джексон Стейт. За такую команду приятно болеть, когда они хаслят в защите. Все было близко, на самом деле. Мог занести. И снова плюс 10 в пользу Техаса. 2 трешки они забили подряд. Первачев, уходит от оппонента. Первачев. Нет, не забивает Григорьев. Первачев подобрал. Первачев сейчас делает все для своей команды. Подбирает, защищается, перехватывает, забивает, ассистирует. Трешку бросает. Оп! Между Гейтерс и Мэтэнс, да, но как бы, ну, веселенький по-своему. Понятно, что Джексон стоит по-своему. Местами неплохо защищается, приятно смотреть защитным баскетболом. Нет, я не говорю, что команда играет прямо от защиты, но просто где-то не хватает таланта в атаке, где-то очень реально интенсивно играет. Киркасян с отклонением. О-о-о! Проваливается под кольцо. Бросает сам со средней. Не забивает. Удачно там под кольцом подборолся Микаэль. Скинул на Марка. 1 из 11 у Джексон Стейт с дистанции, а у Техаса 4 из 11. Вот так вот. И забивает Каплана быстрым отрывом. Ух, было близко, выпрыгнуло кольцо. Не забивает Матвей. Быстрым отрывом сейчас Иван Григорьев. Хороший пас проходит. Хотя не видно. Uh...
Уверенно, уверенно, братья, не однофамильцы. Славный проход пошел. И успеет выбросить. Забекирин с мячом. Артем играет дальше на третьего номера. На Скокова. На Ивана. И забил. Румян бросал, не забил, крюк. Надо возвращать в защиту. Капланов дальше на Киркосяна. Киркосян, нет, не лучший бросок Микаэля. Но подобрал. Григорьев. Хорош пас аута и реализует. Первачев подобрал. У него... Забивает первый Матвей. Хороший дабл от него сегодня. И, ну, по сути, единственное светлое пятно. Периодически еще включался Артур. Победа. Пятая победа Техаса. Уверенно забирает. Запасом. Это потому, что играли без двух лучших игроков. Без двух лучших игроков команды играли.